Здравствуйте, в эфире новости Колпинского района. В студии Юлия Страстенко. В ближайшие четверть часа я и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном из жизни нашего района. Сегодня в выпуске. Большому кораблю большое плавание. В пятницу спустили на воду тральщик нового поколения Александр Обухов. Долгожданный ремонт. В многоквартирных домах нашего района появляются новые комфортабельные лифты. Положительные результаты есть, но это только начало. Антинаркотическая комиссия подвела итоги профилактической работы. Новое слово в кораблестроении. В пятницу в Колпино был спущен на воду тральщик нового поколения Александр Обухов. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Средний Невский судостроительный завод, основанный в 1912 году на берегу Невы, за 100 лет своей непростой истории превратился в крупное современное технологичное предприятие. Здесь построили более 500 кораблей и судов по 43 проектам для флота России и на экспорт. На днях на воду спустили тральщик нового поколения Александр Обухов. Первое судно новой серии кораблей из композитных материалов. Сегодня знаменательный день не только для вас, заводчан, но и для военно-морского флота, поскольку в состав военно-морского флота принимается первый головной корабль. Свое имя Александр Обухов получил в честь прославленного балтийского катерника, героя Советского Союза Александра Обухова. Теперь корабль, увековечивший его имя, войдет в состав Северного флота. Первый спуск на воду состоялся со всеми почестями. И молебен отслужили, и бутылку шампанского о корму корабля разбили. Главная особенность нового корабля – материалы, из которых он изготовлен. Удивительно, но для создания корпуса по новой методике уходит чуть более суток. Такого потрясающего результата, считают специалисты, ни с одним материалом прошлого поколения достичь было бы невозможно. Использование композитных материалов – это сейчас такой основной тренд. Он и в самолетостроении, как вы знаете, используется. Сейчас современные самолеты уже на 30-50% состоят из композитных материалов. А в кораблестроении эффект еще более веский, такой ощутимый, потому что это веса, это эксплуатационные характеристики. Да и, собственно, по надежности, по стойкости композитные материалы сегодня не уступают, а в ряде случаев превосходят. Поэтому это целая революция в кораблестроении. Корабль нового поколения возьмет с собой на борт экипаж из 44 человек. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Небольшие роботы, чем-то напоминающие торпеду или подводную лодку. Передача такого чуда техники военно-морскому флоту России состоится в конце 2015 года. А пока тральщику Александр Обухов предстоит пройти испытания. Артем Сюганов, Дарья Морозова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. Депутаты законодательного собрания предлагают внести изменения в закон о жилищной политике Санкт-Петербурга. Поправка коснется прежде всего тех жителей северной столицы, которые претендуют на улучшение жилищных условий. Речь идет о петербуржцах, которые являются участниками так называемых целевых программ. В нашем городе их несколько, и каждый очередник вправе выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Впрочем, нередки случаи, когда люди, являясь членами одной семьи и проживая в одной квартире, становятся участниками разных целевых программ. Соответственно, содействие по улучшению жилищных условий они получают в разное время. Это не позволяет им решить проблему по существу. Так, очередник, получающий содействие Санкт-Петербурга в виде субсидии, может использовать ее только в течение года. Но если у его родственников, проживающих с ним в одном жилом помещении и являющихся участниками другой целевой программы, очередь на получение содействия не подойдет в течение этого года, тогда воспользоваться субсидией, чтобы решить вопрос приобретения жилья, для иных участников программы представляется весьма затруднительным. Парламентарии предлагают внести поправку, которая позволит участникам разных целевых программ получать содействие по улучшению жилищных условий в одно время. Кроме того, по мнению депутатов, это ускорит сам процесс предоставления помощи очередникам. На сегодняшний день в Петербурге более 13 тысяч лифтов, израсходовавших свой ресурс. В этом году запланированы ремонт и замена 2000 из них. Правда, по итогам новых проверок список претендентов может расшириться. Хотя бюджет на устранение неисправностей останется прежним. А вот жители некоторых многоквартирных домов нашего района вскоре будут подниматься на верхние этажи в новых комфортабельных лифтах. Подробности в нашем следующем материале.
Во многих старых многоэтажках возраст лифта равен возрасту дома. Вроде и пользоваться страшно, вдруг застрянет, но и пешком подниматься на 9-й или 12-й этаж не такая уж простая задача. Чтобы подобной дилеммы у жителей Колпино не возникало, уже сейчас ведутся активные работы по капитальному ремонту и замене лифтов в многоквартирных домах. У нас 1050 лифтов в Колпинском районе. На сегодняшний день у нас нуждаются в капитальном ремонте 452 лифта. То есть на сегодняшний день они в рабочем состоянии, то есть они проверены специализированной организацией, выдано техническое заключение о том, что лифт еще может работать. За последние 3 года специалисты заменили 112 лифтов. До конца декабря планируют поменять еще 82. Решение отремонтировать старый подъемник, либо установить вместо него новый, принимается на основании заключения, которое дает специальная организация, ежегодно проводящая экспертизу лифтов. Как только свидетельствование проходит, если дается заключение, что лифт нуждается в восстановке, актуализируется региональная программа капитального ремонта, она составлена жилищным комитетом, есть на сайте жилищного комитета, можно зайти и посмотреть свой адрес там и понять, когда будет делаться тот или иной вид работ, в том числе и замена лифтового оборудования. Желающим ускорить процесс замены старого лифта на современный, необходимо провести собрание жильцов. Если все жители дома будут согласны с необходимостью установки нового подъемника, то для них тарифы, вступающие в силу уже в ноябре этого года, возрастут. С 1 квадратного метра нужно будет платить не 2 рубля, а больше. Собственники жилья, согласившиеся на повышенную ставку по тарифу, смогут рассчитывать на установку нового лифта в доме в первую очередь. Екатерина Крылова, Дарья Морозова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. Хорошая новость для водителей. Через месяц откроют развязку Софийской улицы и Устьежорского шоссе. Речь идет пока только о проезде по кольцевой развязке. Само шоссе планируют сдать в июле следующего года. В будущем оно должно в соответствии со своим названием дойти до Усть-Ижоры. На данный момент на Софийской улице уже уложен асфальт, а движение осуществляется лишь по восточной половине окружности. По словам представителя компании-подрядчика, довести Усть-Ижорское до промышленной зоны «Металлострой» предполагается в 2015-2016 годах. А вот развязку на пересечении Колпинского и Московского шоссе ведут в эксплуатацию к концу 2015 года. Помимо 2 разворотных, планируется строительство пешеходной дороги и реконструкция моста через реку Славянку. Напомним, проект предполагает возведение путепроводов с 2 концов участка. Эта схема позволит обеспечить все возможные направления потоков. Стоимость работ оценивается почти в 4 миллиарда рублей. Ужесточение наказания за ДТП с летальным исходом нетрезвым водителям будут давать минимум 2 года тюрьмы. Такое решение приняли депутаты Государственной Думы. Если же в результате такой аварии погибло более 1 человека, минимальный срок составит 4 года. Также законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Тем, кто уже в течение года привлекался за езду в нетрезвом виде, на этот раз грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Сейчас максимальная санкция за такое правонарушение – административный арест. Отметим, за 5 месяцев этого года в Колпино в состоянии опьянения были задержаны более 170 человек. А ведь каждый из них представляет угрозу. По словам врачей-наркологов, наличие алкоголя в крови ведет к резкому снижению скорости переработки информации. Это не позволяет автомобилисту правильно оценить сложившуюся ситуацию на дороге. Как выяснили специалисты, на восприятие 1 предмета пьяному водителю требуется 1 секунда, а это слишком долго. Кроме того, внимание концентрируется только на 1 объекте, находящимся на проезжей части или обочине. Колпино активно борется с незаконным оборотом психотропных веществ. Результаты работы специалисты обсудили на очередном собрании антинаркотической комиссии. В первом полугодии количество выявленных преступлений и правонарушений в сфере наркоторговли значительно снизилось. Оперативники зарегистрировали всего 257 преступлений, что на 20% меньше показателей прошлого года. На фоне вот этого снижения раскрываемость тоже вообще, установлено лиц, совершивших преступления, которые привлечены к уголовной ответственности, и дела расследованы и направлены в суд, немного уменьшилось, но тяжких составов, как то хранение крупных, особо крупных размеров наркотиков, а также, что самое главное, сбыт, увеличилось раскрытие их в абсолютных цифрах на 16%.
Принесла свои плоды и работа с несовершеннолетними. За правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за употребление алкогольных напитков и пребывание в состоянии опьянения в общественных местах, полицейские привлекли к ответственности 12 юных колпинцев. Это в несколько раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но положительные результаты не повод останавливать работу. Стражи порядка просят жителей сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 461-0049 и на горячую линию ФСКН по Петербургу и области. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для зачисления в ВУЗ. Кроме основных предметов, они остались на том же уровне, что и минувшей осенью. При этом для проведения конкурса высшие учебные заведения имеют право установить свой порог по общеобразовательным предметам. Правда, он не должен быть ниже установленного Рособрнадзором. Также вузы творческой или профессиональной направленности проводят свои дополнительные вступительные испытания. Их результаты, так же как и итоги ЕГЭ, подсчитываются по 100-бальной шкале. Напомним, ранее Рособрнадзор снижал минимальные баллы единого госэкзамена по русскому и математике для получения школьных аттестатов. В этом году минимальный порог по русскому языку составил 24 балла, а по математике 20. Количество баллов по другим предметам осталось неизменным. Физика 36, столько же по химии и биологии, информатика 40, история и литература 32, обществознание 39 и иностранные языки 20 баллов. Российские студенты, поступившие в ведущие зарубежные вузы, получат возможность учиться за государственный счет. Такое постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Главное требование – наличие у студента степени бакалавра. Затем молодой специалист будет обязан 3 года отработать в российской компании. А что думают об этом горожане? Их мнение выслушал Петр Синюков. Российское образование вполне достаточно, но мне кажется, что если была бы такая возможность, то было бы очень даже хорошо. Базой той, которая дается в школе и, в принципе, которую человек может сам получить, он сам сможет поступить в Кембридж и куда. И если будет помощь от правительства, то это будет неплохо, почему бы нет? Давайте вспомним Ломоносова, да, и как он у нас в России появился. Если бы не было меценатов, ну, естественно, его личного стремления, наверное, бы мировая наука не знала бы такого ученого, как Ломоносов. Я считаю, что помощь государства наиболее талантливым людям, молодым людям, она в принципе необходима. У меня на этом все. Если у вас есть тема для сюжета, звоните нам в редакцию по телефону 644-0613. И напоминаем, повтор любого выпуска новостей вы можете посмотреть на сайте, адрес которого вы видите сейчас на экране. В студии была Юлия Старостенко. Всего доброго. До свидания.